Число жертв наводнений и оползней в Японии превысило 60 человек. Еще 45 числятся пропавшими без вести. Самая сложная ситуация на юго-западе острова Хонсю, а также в префектуре Ихими на острове Сикоку. Проливные дожди начались в пятницу. За двое суток в регионе выпало до 300% месячной нормы осадков. В некоторых районах уровень воды поднимался до второго этажа зданий. Люди на крышах просили о помощи, чтобы оперативно устранить последствия природного катаклизма. Власти Японии создали экстренный правительственный штаб.